Всем большой привет! Я рада снова приветствовать вас на своем канале. Как вы видели, сегодняшнее видео будет необычным. Раз уж я на своем канале открыла рубрику «Здоровый образ жизни», то хочу сегодня с вами поделиться о том, чем же я питаюсь во время разгрузочных дней. Сегодня как раз у меня вот такой вот день, и на сегодня я решила приготовить для себя салат из красной капусты, краснокочанная капуста, морковь, зелень, соль, сахарный песок. Здесь я смешала яблочный уксус и просто 9% уксус, оливковое масло, ну и все, что нам нужно. Для начала, конечно же, давайте нашинкуем капусту. Вот так вот я нашинковала уже здесь вот такое количество капусты. Думаю, этого будет достаточно. Так, чем ее заправим? Заправим эту капустку солью. 2 столовые ложки соли. Краснокочанная капуста отдает цвет, она красит руки, поэтому лучше все это делать в перчатках. Я одену перчатки. Надо будет нам ее хорошенько в соли растереть капусту, для того, чтобы она дала весь сок. Нам нужно добиться этого процесса. Тщательно мы ее будем перетирать солью. Посмотрите, насколько она сильно отдалась уже соку. Она уже вся почти готова. Буквально еще минутки две мы ее вот так вот перетрем и будем отжимать ненужную жидкость. Так, вот эта капуста отдала уже всю влагу. Посмотрите. Сейчас я ее хорошенечко вот так вот выжму, чтобы убрать всю влагу до конца. Вот так вот. Видите, какое большое количество жидкости с нее вышло. Вот это вот мы все вот так вот выжмем. И приступим к дальнейшему процессу. Так, дальше берем морковку. Нам нужна вот такая примерно одна средняя морковочка. Натираем ее на терочке, сюда же капусте. Одна морковка нам вполне достаточно. Так. Вот я натерла уже сюда морковочку. Одной морковки нам достаточно. Дальше зелень. Какая зелень нам нужна? Все, что у вас может быть под рукой. Я использую укроп. Полпучка укропа я возьму и полпучка кинзы. Вы можете использовать петрушку тоже. Чем больше зелени, зелень никогда не помешает. Я вообще люблю в любом салате очень много зелени. Так, миленько нарежем зелень. Так, зелень смешиваем с капустой. С морковью. Теперь заправочку посыпем. Буквально 1 чайной ложки песка нам будет достаточно. Оливковое масло. Я лью оливковое масло на глаз. Я люблю в салате много масла, поэтому это уже на ваш вкус. Можно 2 столовые ложки, можно 1, можно и 3, если кто, как я, любит большое количество масла.
и заправляю все уксусом. Повторюсь, у меня здесь яблочный уксус, смешанный с обычным уксусом 9%. Можно уксус заменить лимоном, лимонной кислотой, кто как любит. Уксуса много я не использую, буквально чуть-чуть. Вот такой вот салатик. Минут 10-15 он постоит. Уксус хорошенько впитается в капусту, в морковь. Масло распределится по салату так, как ему нужно. И можно потом уже его употреблять. Ну вот мой салатик и готов. Всем приятного аппетита. Этот салат также, я хочу сказать, очень отлично подойдет к мясу, к курице, к рыбе. Прекрасная будет закуска. Приятного аппетита. Всего хорошего. До новых встреч. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. Это видео будет не последним. Я еще с вами буду делиться тем, чем же я питаюсь в свои разгрузочные дни. Спасибо большое. До свидания.